Кого-то придется выводить на чистую воду, прозрачно намекнула госпожа Голикова. Мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины. Как вы знаете, в 2019 году стартовал пилотный проект в 8 регионах страны для того, чтобы выяснить истинные причины бедности семей, а также то, почему многие семьи не обращаются за теми мерами социальной поддержки, которые сегодня существуют. Мы тоже видим ситуацию. Мы не слепые, не безглазые. Не только деньгами можно решить те проблемы, которые сегодня перед страной стоят.